Меньше недели до начала учебного года. В образовательных учреждениях заканчивают последние приготовления. В Веденской школе идет завершающий этап капитального ремонта здания. Готовность 85%. Ход работ проинспектировал глава округа Андрей Иванов. Руководитель муниципалитета осмотрел внутреннюю отделку здания, санузлы, спортивные и актовые залы, облицовку фасада и работы по благоустройству территории. Андрей Робертович приезжает очень часто на объект, потому что он находится на его постоянном контроле. И, собственно, и благодаря ему работы идут в достаточно быстром темпе. И к 1 сентября мы открываемся. Если есть какие-то нюансы по отделке работ, он, конечно же, указывает на это, и подрядчик все исправляет. На объекте 115 человек. Ведутся работы по устройству подвесных потолков, облицовке ступеней внутренних лестниц, завершается укладка плитки в санузлах и рекреациях. Выполняются работы по укладке линолеума и покраске стен, а также по устройству главного крыльца и пандуса. На территории выполнен демонтаж асфальтового покрытия, закончена разбивка проектных отметок, выполняется устройство основания под тротуарную плитку. Что касается работ по капитальному ремонту, они уже на финишной прямой. Уже идут отделочные работы по классам, идет покраска, линолеум застилают, и, собственно, уже даже начали завозить мебель. Ну и, собственно говоря, параллельно начались работы по благоустройству территории. Сейчас до 1 сентября должна лежать плитка, которую ребята, когда придут, для них это будет большой сюрприз. Веденская школа будет оснащена системой видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализациями. Весной 2023 года приступят ко второму этапу благоустройства территории, строительству стадиона и спортивных площадок. Полина Толмачева, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».